Всем большой привет! Продолжаем вязать нашу варежку. Сегодня мы разберем, как переснять петли и что делать дальше. В прошлом видео разбирали, как вязать вот этот клин большого пальца. Я думаю, должно быть на видео видно. Мы здесь прибавили порядка 10 петель. Вот, и сейчас мы должны будем переснять эти петли на дополнительную нить. Для этого нам потребуется вот такая иголка с толстым ушком. Кстати говоря, небольшой спойлер, воспользуюсь случаем. Покажу вам вот такие иголки. Это у нас иголки Хаманака. Вот такие вот с ушком широким и с тупым кончиком. Очень удобно ими пользоваться в вязании. Можно переснимать петли, делать различные швы. В общем, прям очень рекомендую. Также есть вот такие иголки Сикнит. Они вообще тоже очень красивые и замечательные. Здесь вот есть 3 штучки в комплекте и 6. Вот, оставлю вам ссылочки. Если будет интересно, переходите на сайт, смотрите. Они не очень дорогие, там порядка 300 рублей, но здесь японское качество, и, в общем, прям можем смело рекомендовать. Вот, ну давайте приступим. Значит, вот мы здесь сделали клин, и теперь мы провязываем по рисунку здесь вот до того момента, как вот прибавляли петли. То есть, получается, у меня здесь 3 или 4 петли, сейчас посмотрю. Ну, вы, собственно, визуально их увидите, вот вы прибавляли вот здесь петлю, вот, собственно, мы до нее и довязываем. То есть здесь вот все лицевыми. И теперь все петли клина переснимаем на доп. Нить. Вот, на любую. У меня вот хлопковая, можете какую угодно взять, лишь бы она крепко держала. Ну, в общем, здесь все очень элементарно, просто вот таким вот образом переснимаем. Так, и вот это у меня последнее. Вот так вот пересняли просто. И дальше я сейчас еще раз перепроверю. У меня получается здесь 12 петель. Кажется, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 петель. Вот. И, соответственно, я перепроверю еще раз тщательно, чтобы все петли попали, никакой не упустили. Вот, ну и дальше я просто завязываю здесь узелком. Вот. И пока оставляю этот палец, как говорится, в покое. Вот, мы к нему приступим чуть позже, когда уже полностью вот эту часть свяжем. Так, ну и все, теперь вот здесь продолжаем вязание. Смотрите, значит, мы здесь просто продолжаем вязание, просто вяжем по рисунку. Вот здесь в моменте некоторые, насколько я знаю, делают прибавки. Я здесь прибавки никакие не делаю, вот, просто соединяю, мне, в принципе, этого достаточно. Вот я сейчас примерю то, что у меня здесь получилось, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Вот здесь, видите, некоторые делают дополнительные еще петли и с них потом набирают. Но я так не делаю, у меня вот здесь не набрано никаких дополнительных петель, дырок здесь никаких нет. Поэтому, в общем, не знаю, можете мне довериться и тоже ничего не набирать. Просто вот здесь нужно продолжить вязать по рисунку. То есть просто берете и как будто бы продолжаете. Единственное, здесь рекомендация чуть-чуть поплотнее провязать, чтобы прям, ну, уж совсем большой дырки не было. Просто продолжаем вязать все лицевыми. Вот таким вот образом вот получается у вас вот такая вот история. Я вас сейчас примерю, вы посмотрите, как это выглядит. Вот, собственно, уже что-то такое вырисовывается. Все, дальше мы вяжем самостоятельно наверх, примерно вот до этого места, то есть там, где заканчивается ваш мизинец. Вот до этого места вяжем. Я вам запишу количество петель и сантиметров, которые у меня получилось. Можете связать точно так же, можете примерить и вот уже на это расстояние ориентироваться. Вот. Что делать дальше, мы продолжим в следующем видео. В следующем видео покажу, как убавляю, и, возможно, покажу еще вот этот вот трикотажный шов, если, либо оставлю просто схему, посмотрим. Вот. Поэтому вяжите, показывайте, что получилось, будем очень рады. Ссылку на телеграм-канал с описанием, словами оставляю в инфобоксе.
Всем хорошего дня, вечера, дня. Вот. Всем пока.